Ребята, всем привет! Сегодня хочу опять видео сделать о новом сухпайке. Мне пришел один новый сухпайок. И сейчас я вам его покажу. Вот так он выглядит. И он пришел у меня откуда? Да, правильно. Вот откуда. Видите? Сейчас мы его откроем. Открываем. Самому интересно всегда. И вот мне интересно, как питаются англичане в армии. О! Хо, ребят, ну вот это натурально здоровый суп. Вы смотрите, сколько внутри. Тут сколько? Килограммчик есть по-любому, даже два, наверное. Первый вот, что мне сразу в руки попадается. Это... Вот, смотрите. Ну, тут-то всякое разное. К этому мы сейчас придем. Так, что у нас тут-то? Ложка. Ложка в виде ложки и плюс типа вилка. И ничего не скажешь, стабильная такая ложка. Так, это что у нас? Drink power. А, это какая-то энергетический напиток. 100 миллилитров воды. Так, так. А не, во, порция mix with 500 миллилитров, на пол-литра. Окей, это какая-то энергетическая фигня. Это что такое у нас? Натриал, тоже энергетика какая-то. А, во, а, hot chocolate drink, это горячий шоколад, какао типа. Мне уже нравится англичанский сухпайок. Ребят, это что у нас тут-то? Смуси. А, это опять же, по-моему, если я не ошибаюсь, это ореховое масло. Посмотрим потом. Ну, довольно уже, я чувствую, что пакет здоровый. Вот это что у нас? Это паста. Bean and pasta. Butter beans and kidney beans. А, ну это типа... Так, сейчас, подождите. Это, наверное, у нас получается... Тут, короче, много чего. Сейчас посмотрим дальше. Мюсли. Мне кажется, я сегодня это все есть не буду, потому что это очень много. Неожиданно много. Так, что у нас тут еще? Рапсберри. Что такое рапсберри? Что это? Не, ну довольно много тут всяких напитков. И тут стоит, что это рацион на 24 часа где-то я видал. Вот, 24 часа. И тут можно ужираться. Chocolate chips, шоколадные чипсы. Салфетки. Это что? Чардер чиз. Какой-то... Шеда. Ну, шеда. Шеда. Это сыр, короче. Не знаю, буду открывать все. Блин, ребята, она не заканчивается просто. Манго кейк. Манго кейк. Это какой-то типа... манго кейк, Настя. Манго кейк это... Ну, с манго этот... Кейкс. Типа... Пряник. Тоже какой-то пряник? Не, ну просто нереально. Вы посмотрите, да, сколько я уже разложил. Нет. Так. А вот и самая главная еда. Chickpea curry. Crispy. Да? Чик. Это chicken. Это, короче, курица. Chicken beef flour. И curry. Не, ну реально... И она не заканчивается. А, вот это...
Вот это и есть вот эта штучка, которая, наверное, готовить само приготовление, ну, чтобы согреть вот это, что у нас тут есть. Так, едем дальше, ребят. Это что это такое? Энергетика какая-то реальная, такая какая-то. Посмотрите, большой какой пакет, тоже разбавляется она, подождите. Так, empty 45 грамм тута, на 500 тоже на пол литра разбавляется. Ребят, вы посмотрите, сколько. А, ну это типа резюме можешь отдать им. И плюс еще вот, смотрите, сладость опять. Ну, вот, сами видите. Ребят, еще есть что? Это что такое? Hot Original Pepper Sauce. Смотрите, как выглядит. Какой-то реально острый соус. Кому вот острость нужна, он может себе добавить. Так, ну все, он наконец-то пустой. Ребят, ну, кто смотрел другие мои сухпайки, американские, русские, немецкие, да? Не, ну вот, это все перебило. Ну, реально, я считаю, это много. Есть, да, есть еще, есть же вот русский, как его, офицерский, там, по-моему, тоже так много, но... Ну и тут-то всякие, вот, ребят, сами видите, тут-то вот получается у нас салфетки, чай, кофе, тоже кофе. Great British, британский чай. Потом таблетки. Вот это, наверное, таблетки, это чтобы воду, наверное, тоже прочищать. Я думаю, в русском тоже такое было. Спички. Вот, спички. Как выглядят спички. Чтобы костер, наверное, делать. Потому что сейчас я хочу испробовать, ну, вот это нам надо открыть и согреть вот с этой штукой, конечно. Ну, я не знаю, сейчас посмотрим. Надо сперва определить, что почем. Это мы пока убираем. Тут дофига, вот это орешки просто, я думаю. Просто, если хочешь, орешки покушать, да? Орешки, всякие напитки, горячие напитки. Пока все убираем. Смузи. Вот это интересно, тоже надо потом посмотреть. Я самое главное, что хотел. Вот это, мне кажется, два самых главных блюда. И они довольно не по 300 грамм. Вот так они выглядят. Вот. Chicken curry, bean and pasta. Курица и тут типа... Что такое бин еще было? А, точно, это фасоль, да? Да. Фасоль. Так, как вот это мне делать, я еще не знаю. Ребята, это рис. Я теперь понял. Оказывается, тут, наверное, нету приготовления, ну, чтобы вот это все согреть. Чтобы это приходится как-то по-другому согревать. Вот в русском было... Вот этот сухой, да, вот это, что я пользовался сухим этим, поджигаешь и на него ставишь и прям подогреваешь. В американских было, просто закидываешь, воду наливаешь, и там какая-то реакция происходит, и он нагревает, вот пакетик прям туда засовываешь. А здесь нет такого, как и в немецком, тоже ничего не было. Так что приходится мне это сейчас подогревать самому, и потом включаться, не переключаться. Так, ребят, ну что, я подогрел. Подогрел вот что. Chicken pea curry. Тут, короче, получается курочка. Потом, короче, сейчас попробую, скажу. И плюс рис. Рис уже готовый. Его просто тоже подогревать. Но, как я понял, тут нечем. Надо самому разводить костер, наверное, иметь свою кастрюльку. И вот эти пакетики прям можно так в кастрюльку закидывать и согревать. Но я этого не хотел делать, я на сковородке быстро. Так, что это у нас?
картошка. Это горох. Картошка, горох, curry. Потом непонятно. И манго тут должно присутствовать. А нет, не манго. Просто curry. Ну, хочу сказать, есть можно. Ребят, она чуть островатая, да? Давайте кое-что попробуем. Смотрите, что тут внутри было. Сейчас откроем быстренько. Ну-ка, отойди отсюда. Не, она же островатая. Сейчас, подождите. Вот как она выглядит. Видите? Ход. Давайте чуть вот так на этот и попробуем. О! Вот. Ужасно. Островатая. Заедаем быстро. Сколько этих скурил не стоит, не знаю. Ну, кто любит острость, пожалуйста, добавляй в соус. Вот. Попробовал. Есть можно. Риса еще вон осталось половину. Как раз. На второе блюдо еще хватит. А второе блюдо где у нас? Так, это убираем. Chicken curry. А где второе блюдо? Вот оно. Bean pasta. Сейчас мы ее попробуем. Bean pasta. Ребят, подогрел второе блюдо. Вот как оно выглядит. Посмотрите, очень аппетитно даже. Сейчас я вам скажу, как оно на вкус. Во-первых, большой фасоль опять, белый, фасоль красный, рожки, потом тут еще помидор, по-моему. Единственное, конечно, что тут всегда не хватает, это соль. Потому что они, наверное, не солят их, надо самому солить. А где? Шугафри. О, жвачки без сахара даже есть. А где соль? Очень странно, а соли нету. Ни перца, ни соли. Это что? Это кофе. Странно. Или я потерял? Без разницы. Так, ладно, кушаем. Вот смотрите, два вот такие блюда у вас на выбор. Но это точно не на один день, на 24 часа. Вкусная еда. Можно вот, и вот питаться. Так. Что я могу сказать? Два блюда главных вот этих, вкусных. Единственное, что вот я не понял, почему нет соли. Ни соли, ни перца. Вот это я не понял. Вот.
А так, главное блюдо уже палец вверх, могу так сказать. Еще и ложка, видите, какая шикарная была для них. Так, что мы еще попробуем с вами? Так, подождите, эти напитки, я думаю, открывать не буду. А ну-ка я вот это открою. Просто ради интереса, мне самому интересно, что это такое. Так, секунду. Ножницы есть, есть. Это плавленый сыр. Ребят, мне кажется, можно его просто вот так потом добавлять, кто хочет. Вот смотрите, сыр, видите? Такой же этот желтый сыр, который на сэндвич ложишь, который плавленый. Такой же. Так. Сыр, окей, есть уже. Это что такое? Тутти-фрутти. Flavor drink. Power with sugar. And... Короче, тут напитков много. Я их все я не буду пробовать, наверное, потому что ну, как-то неохота их на пол-литра на разбавлять. Вот два энергетических напитка. Вот энергетический напиток такой. Потом это что? А, это горячий шоколад. Тоже на пол-литра. Так, это что у нас? А это... Вот это я открою ради интереса. Я сам не знаю, что это. Сейчас посмотрим, что это такое. Как называется? Смут. Сейчас посмотрим. Ну тоже какой-то что-то с этим связано. С маслом каким-то. А, ну да. Как и у американцев, это ореховое масло. Очень вкусно, мне нравится. Так, что у нас еще здесь есть? Заморал все. Ребят, ну это я тоже открывать не буду. Это мюсли. Самое главное стоит натур мюсли with milk. С молоком уже. Просто типа с водой разбавляешь, наверное, чуть-чуть. У тебя есть мюсли на утро. Короче, тут я считаю, это... Много. Это много для 24 часа. Давайте его откроем. А это что такое? Еще один. Еще один напиток. С холодной водой разбавлять. Это что такое? Давай попробуем, посмотрим. Да, энергетика. Я американский такой же энергетик купил. Вообще какая-то невкусная была штука. Вот мы сейчас попробуем. Вот это вкусная штука. Вот это вкусно. О. Так, что у нас еще здесь? Говорю, американский пил, была полная жопа, но вот этот очень вкусный. Я думаю, вот горячий шоколад, вот еще энергетика, вот еще энергетики, вон их сколько. Так. Это я открывать не буду, это орешки, ребят, это орешки, вот, это, с этих орешков, кстати, вот это масло делается. Давайте откроем, наверное, вот это. Так, открою, интересно, не знаю. Печеньки и маленькие штучки шоколада там. Вкусно.
Нет, на самом деле, ребят, это вкусно. Я вам сейчас скажу, просто вот сравнить, что я вот за это вот заплатил 17,50 евро плюс 4,85 доставка. Ну, на самом деле она 17,50 стоила. И я считаю, что это для вот этого всего совершенно нормально. Вы посмотрите, сколько тут всего. И вкусные напитки еще. А вот еще это что такое? Давайте это тоже откроем. Гулять так гулять, как... О, нифига себе! Это аж, смотрите, это получается типа пирожное или что? И очень вкусно, и оно такое, как будто свежее даже, смотрите. Манго кейк. С манго. Вот это вкусная штука. Короче, тут можно наесться вот так вот, два дня спокойно. Ну-ка, с места моего. Вот так вот, ребята. Если сравнить, что было с немецким, сколько там было, американский или русский, ну, это просто, конечно, тут намного больше чего. Конечно, жаль, что тут нету чем подогреть это все. Ну, в основном, вы посмотрите, сколько тут всего. Вот этот сыр еще. Плюс это масло, которое ты можешь мазать просто вот на эти. Без разницы, куда, если у тебя хлеб даже есть. Вот еще эти я не буду открывать. Зезам вот такие пряники. Они тоже очень вкусные. Плюс еще орешки соленые. Garisted and salts. Они, короче, жареные и солененькие орешки. Короче, ну тут обожраться только. Супли потекли. От вот этого классного соуса такого. Его можно, кстати, и дома еще использовать. Так, это, кстати, вот так. Поел, попил. Руки влажные, влажной салфеткой вытер. Что еще надо? А если на природе вот такое, это, конечно, это вкусняшка будет просто. Так что, ребят, вот такое видео. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Обязательно подпишитесь и не забывайте ставить колокольчик, чтобы вы всегда знали о новых видео, которые выходят. А вы, кстати, еще кто можете жвачку пожевать после этого всего. Так что вот такие вот дела. Всем до свидания. Спасибо за просмотр. До свидания.